Президент Владимир Путин освободил от должности посла России в Беларуси Александра Сурикова. Напомним, известный государственный деятель с декабря 1996 года по апрель 2004 возглавлял Алтайский край. После ухода с должности чрезвычайного и полномочного посла России в Беларуси Александр Суриков планировал вернуться на Алтай. Кстати, вместо него назначен Михаил Бабич, прежде занимавший должность полномочного представителя в Приволжском федеральном округе.